Как можно применить доступную бытовую химию для мастерской? Очень много нераскрытой пользы в том, что нас окружает. Все по-быстрому, не вдаваясь в химические формулы, попробуй несколько вариантов и посмотрим результат. Друзья, всем привет! Ржавчина – страшный зверь для мастерской. Как ее удалить? Быстро, качественно и не прилагая больших усилий, и даже в труднодоступных местах – легко. Помощь пришла, откуда не ждали. Из аптеки и продуктового магазина. Обычная перекись водорода. Я взял 3 пузырька по 100 мл, в общей сложности 300 мл. Лимонная кислота 80 грамм, 1 пакетик. Хлорид натрия, обычная поваренная соль, в качестве катализатора, примерно 15 грамм, приблизительно 1 ложка. Все это очень хорошо растворяется. Опускаем в раствор и ждем. Потом реакция останавливается. Реакция проходит с выделением тепла, и температура доходит в конце реакции аж до 60 градусов Цельсия. По времени прошло примерно 20 минут. Мне даже показалось, что концентрацию раствора можно уменьшить примерно в 2 раза. После удаления ржавчины промываю раствором воды и пищевой соды. Там же все-таки хоть и лимонная, но все же кислота. Вот что получилось. Сейчас немного пройдусь щеткой и покажу поближе. Ржавчины больше нет. Да, она за долгое время не пожалела металл. Остались глубокие шрамы времени. А что самое интересное, говорят, что этим составом можно травить печатные платы при изготовлении их в домашних условиях. Обязательно попробую. Защитить поверхность от ржавчины также несложно бытовой химией. В основном один из самых распространенных методов для создания надежной защиты от коррозии металла – это метод цинкования. Где найти цинк? Это мебельная фурнитура, части старых карбюраторов и бензонасосов, внешняя оболочка обычных солевых батареек, китайские водяные смесители. Я езжу обычно на металлоприемку. И еще полно, где он встречается. Но как распознать, что это именно цинк, а не алюминий, например? Все очень просто. Он меняет цвет при нанесении раствора медного купороса. Зачистить металл и просто нанести чуть-чуть этого раствора. С алюминием ничего не происходит, а цинк меняет цвет на черный. По-быстрому сделаю несколько электродов и несколько плюшек. Небольшой тигель из профиля 50×50 и арматуры. Не придумал ничего лучше, чем формы для электродов сделать также из профиля 40×20. Температура плавления цинка всего 420 градусов Цельсия. Можно хоть китайской горелкой справиться. Но у меня есть моя, самодельная. Прямо на верстаке импровизированный горн из вермикулитовых обрезков. Просто переплавлю и все разолью по формам. И это все из одного старого смесителя и 2 карбюраторов. По деньгам вышло 100 рублей. На всякий случай оставил 1 карбюратор. Раньше были карбюраторщики. Сейчас такой профессии уже нет. Я к ним ездил на регулировку. Казалось, отрегулировать его самому просто невозможно. Метод для покрытия цинком. Горячий, газотермическое напыление, термодиффузионный, гальванический, химический. Еще есть метод обработки без погружения в емкость. Обычно такой вариант применяется для крупных деталей. Машину, например. Обязательно нельзя забывать про средства защиты. Перчатки, очки, защиту органов дыхания, плюс хорошая вентиляция и подготовка рабочего места. Естественно, кислота льется в воду, не наоборот. И щелочь добавляется в воду, не наоборот. Ну, получается целая куча классных электродов и гора плюшек.
Электролит для цинкования. Рецептов целая куча. Первый, самый простейший. Это аккумуляторный электролит из автомагазина и растворенный в нем цинк. При растворении получается сульфат цинка и выделяется сероводород. Реакция протекает с выделением тепла. На 500 мл электролита я бросил примерно 95 грамм цинка. После завершения реакции раствор сульфата цинка готов и осталось немножко на дне самого цинка. Второй рецепт – соляная кислота со стройрынка с растворенным в нем кусочками цинка. При реакции получается хлорид цинка и выделяется водород. Реакция также протекает с выделением тепла. В итоге получается самая распространенная обычная паяльная кислота, и она отлично подходит для пайки в качестве активного флюса. Пропорции примерно такие же, как и в первом растворе. Попробую их оба. Бурлило все почти сутки. Раствор хлорида цинка с соляной кислотой чистый и прозрачный. А раствор сульфата цинка весьма мутный. Перед цинкованием прогоню все через фильтр с ваткой. Очень важна подготовка поверхности деталей. Механическая обработка. Я подготовил несколько металлических пластин 3-мм толщины. Следующий этап – обезжиривание в щелочном растворе. Купил в хозяйственном средство для прочистки труб. Это самая распространенная щелочь – гидроксид натрия. Раствор – 1 пакетик 70 грамм, примерно на 500-600 грамм воды. Потом промывка в воде, далее снятие оксидной пленки в растворе этой же кислоты. Итак, в качестве анода – положительный электрод. Пластины с цинком. В качестве катода – отрицательный электрод, оцинковываемая деталь. Источником питания могут служить блоки питания от 6 до 12 вольт и током от 0,5 до 10 ампер. Я попробую сначала старый зарядник на 6 вольт и 400 мА, а потом попробую зарядку для автомобильных аккумуляторов. Там есть два режима – 6 и 12 вольт. И ток намного больше, он достигает до 6 ампер. Сначала раствор хлорида цинка с соляной кислотой. Деталь покрывается цинком достаточно быстро, как со слабеньким блоком питания, так и с автомобильным зарядником. Решил подержать подольше, но потом начала срабатывать защита автозарядки, и я перешел на другой раствор. Как и с первым раствором хлорида цинка, профильтровал сульфат цинка, но что-то пошло не так. При погружении электродов снова началась реакция. Опыт, конечно же, продолжил. Деталь держал до срабатывания защиты на зарядке. Ну и на десерт я оставил удобрение, купленное в садоводческом магазине. 200 грамм сульфата цинка на пол-литра литр воды. 50 грамм сернокислого аммония или магния, у меня магний. И 15 грамм уксусно-кислого натрия. Его нигде не нашел и решил получить его реакцией 15 грамм соды и 16 грамм 70% уксусной эссенции. Как я понял, в основном результат качества покрытия зависит от подготовки поверхности. Скорость металлизации зависит от концентрации растворов и силы тока. Изменяя эти параметры, можно добиться отличного качества покрытия. Ребята, все как всегда. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. А следующее уже скоро выйдет. Не забывайте про комменты. Спасибо вам за них. Все полезные ссылки оставлю в описании под видео. Конечно же, это не заводское цинкование с соблюдением всех технологий, но в масштабах мастерской обязательно найдется применение. С хлоридом цинка все получилось. Покрытие очень хорошо держится. С аккумуляторным электролитом, можно сказать, опыт провалился. То ли не прошла реакция до конца, то ли не хватило тока зарядника. Оцинковка прошла только в нижней части детали. Ну и последний раствор электролита из садоводческой химии. Покрытие быстрое и чувствуется, что оно толще всех, очень плотное и самое простое в изготовлении. Но покрытие держится не очень устойчиво, и отверткой, если с силой, содрать можно. Думаю, что или мало подержал его в кислоте перед цинкованием, или сода точно была лишней. Результат достигнут. Первый раствор – топчик. Эти знания и опыт очень мне пригодятся в создании самоделок. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео, за оценки и комменты. До встречи, друзья!